вопрос. Ну да, да, конечно, они уже, они, во-первых, изучили, потом, значит, папа же читал книжки на разные голоса дома, потом, значит, я все, когда был Волан-де-Мортом, я, значит, ну я уже тоже где-то это рассказывал, я, значит, пугал своего среднего сына, я все время: «Саша Кузнецов!» Что я встречу тебя в аэропорту через 2 часа. Перестроимся. Возьмем 2 пива и все расскажешь. Действуйте по своему усмотрению. Это большие деньги. Я продолжаю. Ему охота отыграть свой блеф. Джош? Пиццерия выпускает моторы? Нет, ребят, не пойдет. Да при таком раскладе я бы скорее предпочел отсидеть срок. Похоже, этот разговор откладывается на следующий раз. А сейчас я хочу еще раз представиться. Я граф Владислав Дракула. Всего один дементор. Нет, 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 нет. Это было привидение, Богарт. С настоящим дементором было бы намного хуже. Скажи, пожалуйста, о чем ты подумал? Какое воспоминание выбрал? По-моему, эта опера слишком затянута. Верно, Брюс? Пойдемте. Лучше прогуляемся. Тише. Я все слышу. Успокойся. Живо! Успокойся. Вот, возьми. Бери свою палочку, Поттер! Я сказал, бери палочку! Вставай, вставай! Ты ведь обучался искусству дуэли. Сначала надо поклониться друг другу. Ну уже, Гарри, этикет необходимо соблюдать. Дамблдор очень расстроится, если ты разучишься себя вести. Я сказал, поклонись! Ты красива, как рождественское утро. Словами всего не скажешь. Зачем ты мне это рассказываешь? Просто в конце начинаешь думать о начале. Я решил, ты должна знать. Чего бы? Это всего лишь глаз. Щедрые боги подарили мне второй. Клянет богов и скорбит в одиночестве. Как мы только обходились без GPS? Да никак. Слышите, как папа гордится новой машиной? Да, я и правда горжусь новой машиной. А что? Я ведь стал политиком. Я теперь в центре внимания. А для того, кто в центре внимания, имидж самое главное. Никакой колонии выживших, нет безопасных зон. Все получилось так, как никто не ожидал. Никакие меры правительства не сработали. Это в горах. Mm-mm. Там целая колония незаболевших людей. Нет. Заманчивое предложение. Но у меня есть идея лучше. Скажем, я пошлю вас подальше. И потребую законный звонок. Просто некоторые полицейские распухли в талии. От них трудно ждать прыти. Это очень-очень интересно. Безусловно, вы очень преуспели. Так, чем я могу вам помочь, мистер Баттон? Я прибыл из будущего. Когда я перемещаюсь, я не могу брать с собой одежду. Путешественников во времени не бывает. Нет, бывает. И мы с тобой друзья в будущем, когда ты вырастешь. Знаете такую игру? Горки и лестницы. Прикольная игра. Я от нее в детстве тащился. Смотрите, все просто. Сначала крутишь волчок. Если волчок оказывается на лестнице, надо лезть по лестнице. А если на горке, съезжаешь с горки, и все начинается сначала. Сеньор Росс, я могу делать все, что вам нужно. Я крепче, чем кажусь, сильнее, чем кажусь, быстрее, чем кажусь. Черт, я вообще быстрее всех на свете. Ты что, родился в 84-м? Конечно, нет! Но я чувствую себя как раз на 30. Все, кончай заливать. Парни, поехали. Сеньор Росс, погодите. Я словно взял и нашел источник юности. То есть, нет, не тот источник юности. Тот давно открыл Понсе де Леон. Между прочим, тоже... Выдающийся испанец, как и я. Нет, стойте! Поработай над командной мотивацией. Слышал о Филе Джексоне? Да. Он как золотой стандарт. Ясно? Треугольник, тормоз. Учись. Послушай, я... Изгнание беса прошло не так. Нужен твой дар. Слушай эфир.
О любых странностях сообщай мне. Извини, придется тебе обойтись без защитного амулета. Давай грабанем этот банк. Малыш Тора ведь был нашим другом. И что? Как это что? А если бы это был я? И это мою башку папа бы отрезал. Ты бы не отомстил? Нет. Ты бы не убил его? Нет. Если бы он с тобой такое сотворил, я бы убил его. Ты ведь мой друг, это кодекс чести. Все это время он ни разу не получил приказа стрелять. Затем вывод войск. И для Джеймса война была окончена. 2000 выстрелов в неделю, 250 тысяч за всю подготовку и ни одного по реальной живой цели. Представьте, что вас мучает голод, или вы хотите секса, или у вас начался зуд, а почесаться не можете. Представьте это ощущение, оно длится дни, недели, годы. Представьте это чувство, помноженное на 250 тысяч тренировочных выстрелов. Чемпионы 2017-го. А я ведь читал про это место. Здесь тот матч и играли. Последний суперкубок. Вы можете написать мемуары, сэр. Сделать карьеру в политике. Для начала можно заявить, что все это было предначертано. Выходец из низов, всего добился сам, рожден, чтобы спасти нас. Народ ведь любит такие вещи. Уже иду. Линси была такой чистой и наивной. Совсем не испорченной. Ты себя таким помнишь? Это вообще когда-нибудь было? Даже не мечтай, Рейбургер. Бойцовские коты не наемные головорезы. Если тебе нужны мускулы, найди ротвейлеров. Вот что я узнал. Тамир заправляет рынком Аль-Силах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Но я не против. Ибо в драке такие сумасшедшие противники, как ты, много лучше пустоты. Мои эксперименты имеют очень сложную природу. Объяснить их может только ученый. Постой. Я же и есть ученый. Изумительно. Не кипятись, Мэтт. Никто не собирается отсиживаться. Просто сейчас наши бойцы не в лучшей форме. Нужно подзаработать денег, собрать людей, вооружиться. Тогда мы еще сможем что-нибудь сделать. Слушай, я приготовлю для тебя целительный эликсир. Он тебя, скорее всего, убьет, потому что ты не ведьмак, но тебе терять нечего. Все-таки есть шанс, что твой организм справится с токсинами в эликсире и начнет регенерацию. Имгир говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Томми, я... Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Давай, убеди меня. Не связывайся с ребятами с Марсары. Йо-хо-хо. Никогда не искал неприятностей. Зато они за мной толпой ходят. По барам. Передай полковнику Барнсби, что мы уходим защищать от северян наш дом. И что мы удержали позиции. Мерсер Фрей пытался убить вас двоих. Он предал гильдию, убил Гала и поставил под сомнение наше будущее. Он должен умереть.